этой линии, которая вверх, происходит снятие параметров сырья. Вот нужно запустить конвейер. Измеряются линейные габариты, потому что если он будет большой, то конструктор не поместится. Заходит на весы. Идет проталкивание. Да, проталкивание. И меряется вес. Сейчас почему-то вот неправильно он отображает. Все, нас... пошло, пошло. Да, это вязкость. Вот эта пика измеряет вязкость условную. Потом она отсыпает брусочек. И он, да, он выходит на второй конвейер, после которого стоит пирометр, измеряющий температуру. То есть сейчас мы просто исследуем материал исходный. Измеряется температура 32-35 градусов и уходит на точку принятия решения. Тут начинает работа система предиктивной аналитики. То есть вот эти параметры, уровень параметра процессов, ее может изменить технолог, если он считает, что система не права. То есть обычным брюки превращаются. Вот. Обычным изменением, допустим, параметров технолог, если он думает, что они должны быть такие на производстве, может менять. Это параметры вот этой линии, которая будет производить таблетку. Или можно просто получить рекомендации системы на основании прошлых данных, как это было произведено. Она может эти параметры, да, рекомендовать. И можно, допустим, применить эти параметры. После этого заготовка поступает, материал поступает в экструдер. Температура экструдера применяется в связи с заданными параметрами. После утрамбовки и выхода, прохода через экструдер материала формируется заготовка таблетки. А на системе гильотин делается насечка, нарез. Нож сейчас нагревается, он будет отрезать. Сейчас там утрамбовка идет. Вот уже с этой стороны. Сейчас конкретно здесь, потом отрезать. Сейчас до шмека дойдет, сейчас вот эта таблетка будет вылезать. Вот она идет. В это время идет прогрев ножа до параметров. Нож отрезает эту таблетку. И по конвейеру она поступает на систему валов для нанесения насечки. Интересно. И дальше потом она пойдет на фотозону для сравнивания качества произведенной продукции с эталоном и выдачи заключения. Вот я бы ее, ну, не пустил бы. Хотя она, вот тут я не знаю, как она ее воспримет. Далее смотрим сюда, она покажет нам фотографии и проанализирую качество. Да, вот она сказала, есть отклонение по качеству. И выбрасываю. Да. Ну, тут видно, что нарушение технологического процесса. В это время она режет следующую таблетку, и пока весь кусок, тот материал, который мы запустили, с теми параметрами, она не остановится. На реальном производстве можно мелкими партиями выпускать для того, чтобы минимизировать брак, чтобы не все сырье погнать в зону брака, а только часть попробовать. Ну, таблетка тоже рез не очень хороший, я имею в виду кан. Но система может думать иначе, потому что ее прогоняли несколько раз. Да, тоже ей не понравилось. И вот прогоняя, обучая эту модель, можно достичь того, что она будет выполнять